сел, хныкал, через минуту в себя пришел, собрался с духом, понимаешь, и ушел. Он не понял, что было с ним, он вообще охуевает, что он здесь делает. У нас фильм начинается с этого, мы так, чувака, мы так всех зрителей, мы вводим в кино, понимаешь? Ты вообще мне говоришь о другой басне. Я тебе говорю, как можно использовать избиение как флешбэк, если как только он освобождается от стула, мы единым кадром хотели снять, как он убегает сразу. Но сейчас мы это уже на два разделили. Не может быть флешбэком, он все помнит, как его хуярили, как его мучили. Поэтому он освобождается от стула и убегает. Он освобождается и убегает, потому что первым делом он хочет сделать. Серег, первым делом хочет съебать отсюда. Бред вообще. Показывать как флешбэк то, что его кто-то бьют. Зритель такой тупой, он типа не понимает. А то, наверное, он просто в туалет пошел, сам себя съебал. Выруби нахер. Если не воду хотел, без рук.